Представители хасаютовской молодежи выступили первопроходцами в грандиозном межрегионального масштаба проекте, организаторами которого выступили Министерство по делам молодежи Дагестана, Совет Дагестанской региональной общественной организации «Ватан Дагестан» и общественная организация «Наш дом» при содействии администрации муниципального образования город Хасавюрт. Участниками раскопок, которые пройдут с 8 июля по 10 августа в деревне Малая Гать Орловской области, станут в общей сложности 50 представителей дагестанской молодежи. Наши ребята, которые будут участвовать в этом проекте, чума от сегодняшнего нашего 21 века, вот эта коричневая чума фашизма, вот этого терроризма и экстремизма, она обойдет этих ребят, потому что у них выработается иммунитет. Иммунитет, они уже соприкасались с этим, они вытаскивали тех людей, они видели, что это такое, и им там рассказывают, как это все происходило. Там даже рассказывать не нужно, там просто увидеть это поле. И это поле до сих пор выбрасывает из вот этот весь металл, все останки наших бойцов, воинов, которые освобождали и воевали, защищали свою родину. Костер является ключевой организацией, которая занимается производством поисковых работ на месте состоявшегося боя 3 октября 1941 года в Орловской области. На пути фашистов стала рота НКВД, десантники 2-й бригады и ополченцы города. Бой, который длился чуть более 4 часов, оставил после себя непоправимые последствия и огромное количество жертв. Спустя больше полувека на этом месте раскопки ведут молодые ребята со всей страны, объединенные общей целью почтить память погибших за родину. Бой был кровопролитный. Ни один из бойцов не покинул ту территорию, которую защищал, собственной грудью закрывая родную землю. К сожалению, большинство из них погибло. К примеру, рота осталась вся, без исключения, здесь, на территории. Большинство ополченцев осталось. И из 500, чуть более 500 десантников, 350 погибли, также защищая южные рубежи города Орла. Ребята работают действительно из разных регионов. К примеру, сейчас здесь Московская, Ярославская, Ростовская, Республика Дагестан, ребята. Общаясь, объединение само называется костер, общаясь у костра, стираются полностью границы. Молодые поисковики получили море впечатлений и огромный опыт в этом деле. Кроме того, как признаются участники экспедиции, слышать об истории войны и соприкоснуться с ней воочию – два совершенно разных дела. Я волонтер, мне Екатерина Павловна позвонила, сказала, что мы собираемся в Орел на раскопки, на военную, то, что на войне было. Я сразу согласился, люблю такие вещи. И мы приехали, третий день, по-моему, копаем. Несмотря на полевые условия, ребята быстро приспособились к лагерной жизни. Завтрак, обед и ужин готовят сами себе. После полевых раскопок у костра можно и расслабиться, обсудив итоги дня. Погода в Орловской области выдалась прохладной и дождливой, что добавило свою изюминку во время пребывания. Это дало больше времени пообщаться со сверстниками из других регионов и узнать друг друга получше. За это время успели подружиться с ребятами, которые здесь находятся, узнать о них многое, и они также о нас узнали за разговорами возле костра. И это, вы знаете, очень приятно, то, что нас хорошо встретили. Мы смогли наладить с ними связь и внести какой-то вклад в сохранение истории наших предков. Ведь то, что было здесь, это история каждого. Многие семьи сейчас, почти все, наверное, семьи столкнулись с этой трагедией, и поэтому для нас это очень большая возможность сохранить историю и внести свой вклад. Не остались в стороне и представители дагестанской диаспоры в Орловской области, которые сразу же приняли активное участие в реализации межрегионального проекта. В прошлом году приехала делегация дагестанская сюда, когда нашли нашего земляка. И тогда я познакомился с ребятами Дагестана. Мы активно участвовали в этом мероприятии. И значит, я понял, что это очень благородное дело. Значит, решили помочь, чем мы можем, дагестанцы, тем более я являюсь председателем дагестанской общины Орловской области. И мы поменялись телефонами, и с тех пор, значит, мне стало очень интересно это. И тут решили, что приедут наши дагестанские ребята, будут тоже участвовать, непосредственно помогать тем ребятам в их благородном этом деле.
Молодежь, пребывающую в Орловской области, ежедневно поддерживали все задействованные службы. Обеспечением продовольствием так занялись городские предприниматели при содействии управления торговли Хасавюртовской мэрии. Поисковиков из Хасавюрта уже заменила молодежь с других городов и районов республики. А вернувшимся ребятам будет что рассказать и чем поделиться со своими сверстниками в городе.